Привет всем! Продолжаем не уроки мая 2018 и давайте рассмотрим mirror, именно дублирование и симметрию. Так, файл можно выбрать здесь именно примитив, это полимоделинг и в Крит полигоны примитивы, сферу. Меня реклама это когда-то убьет, никак убрать не могу, уже какие программы не использовал. Так, вот у нас есть сфера, можно ее теперь увеличить именно в Scale, ну и работать именно с симметрией. Так, что у меня тут установлено, сейчас посмотрю. Так, ничего не стоит, все нормально. Так, ставим симметрию, допустим, по X. Здесь можно теперь сетку отключить. Так, переключиться правой кнопкой мыши на Face. И вот работать именно с зеркалкой. Shift зажатый, выделяем вот так 4 полигона. Теперь жмем Ctrl-E. Теперь переключаемся на Style и немножко вот так вот добавляем, лупы уводим. Вот видно вам, не знаю. Теперь Ctrl-E. И опять же Style уводим вот так. Ну и можно вот это делать теперь транспозом именно увести вглубь. Вот так вот получается. Глазные впадины. Дальше можно здесь добавлять щеки, как-то все это дело корректировать. Ну, допустим, немножко вот так вот где-то вытянуть, где-то там добавить ребер. Это переключаетесь на мультикат, зажимаете Ctrl, и вот можно здесь где-то добавлять вот так вот ребра. Ctrl-Shift можно их удалять. Вот таким вот образом. Так, что еще? Так, отключаем мультикат. Теперь можно вот так все дальше продолжать работать. А можно переключиться, допустим, так, у нас фейсы. Переключаемся на фейсы. Отключаем симметрию, ставим off. Теперь выделяем половину так модели и жмем delete. Вот пол модели удалилось. Если вы, допустим, лепите, делаете моделирование одну сторону, и вам нужно потом модель продублировать, да? Ну, первый способ это mesh и находите именно mirror. Вот такая здесь функция настройки. Ставите по X и жмете mirror. Так, пардоньте, предварительно заходите в Object Mode и повторяете эту операцию именно мира. Вот вы видите, что все отзеркалилось, все нормально. Ну вот у вас получается вот такая штука отзеркаленная. Так, теперь Ctrl-Z. Можно теперь отдублировать все это дело. Заходите в Edit. Так, можно сразу зайти, наверное, попробуем такой вариант. Заходим два щелчка на транспозе, находим Soft Selection, ставим галочку здесь. Здесь все выбрано. Тоже ставим симметрию. Симметрию ставим по X. Смотрим, Move Snap стоит. Автоматическая Offset стоит. Закрываем и попробуем теперь. Так, мы именно находимся в Object Mode, переходим и жмем теперь Edit и находим дубликат специальный. Находим вот этот квадратик, на него нажимаем. Так, по умолчанию у вас, наверное, будет стоять где-то вот таким образом. Ставим Instance или попробуем, давайте, Copy поставить, а потом на Instance. Здесь вот ставим минус 1. Это на Numpad. Numpad под правой рукой, это типа калькулятора на клавиатуре, и жмем дубликат специальный. Вот вы видите, что все отзеркалилось, и смотрим, как это все дело работает. Вот у вас выделяются две стороны. Если вы сейчас переключитесь на фейсы, поставите полигон и попробуете его Ctrl-E, допустим, вытянуть, у вас вот не работает эта штука. Ctrl-Z. Возвращаемся к Ctrl-Z.
И теперь вот выбираем два раза щелчок или W. И поставим теперь все это дело. Так, здесь все установлено правильно. Оставляем. Теперь заходим в Edit. Находим дубликат специально. Опять находим вот этот квадратик. И теперь копию убираем. Оставим Instance. Parent стоит вот такая штука. Теперь здесь ставим опять же минус 1 и жмем дубликат. Теперь смотрим, что да как. Если переключимся на полигоны, вот вы видите, что вы можете работать теперь зеркально. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Попробуем теперь еще один вариант. Edit дубликат специальный. Нажимаем за место Instant Parent, нажимаем Word. Ну и все то же самое оставляем. Смотрим, как что тут. Вот все отводится. Не слипшееся. Выбираем фейсы. Но также можем работать именно. Зеркально. Так. Работает теперь вот эта вот сторона. Все выделяется. И жмем, допустим, Ctrl-E. И вытягиваем вот это дело вперед. Вот такая вот штука. Ну, еще попытка. Посмотрим, что еще тут есть. Так. Это все убираем. New Group. Ставим, допустим, Word и ставим Copy. Здесь минус 1, 1. Ctrl-Z. Дубликат. Ставим здесь минус 1. Смотрим, чтобы ничего не было. Включено и дубликат. Нажимаем D. И вот можем зажатой клавишей D вводить. Вот такая Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Здесь вот стоит вот этот вот транспоз. Зажимаем D английскую. И вот можем так дублировать просто. Ctrl-Z. Теперь, что еще тут можно сделать? Вот эту сделать Delete. Ставим Transpose, выделяем. Все стоит посередине. И теперь жмем дубликат специальный и пробуем еще разок. Вот так все отдублировалось, все работает. Теперь попробуем выбрать именно Эджи, ребра, выбираем. И вот с одной стороной работаем. Теперь Ctrl-Z. Со второй стороной мы не можем работать. Эджи выбираем. Ну вот такая штука. Делаем, допустим, мы одну сторону. Вот так как-то где-то ее корректируем, уводим, где-то нажимаем, допустим, Scale. Вот так вот. И теперь попробуем вот эту сторону Delete. На эту сторону нажимаем, жмем Object Mode. И теперь повторяем именно дубликат специальный. Только теперь без копий, а Instance и Parent назад. Минус 1 стоит. Все. Вот такая штукенция получается. Все дублируется. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Нажимаем Mesh и нажимаем Mirror. Вот все тоже продублировалось. Вот так все это дело здесь работает. Если переключиться на фейсы, можно работать и с Mirror именно зеркально. Вот так вот. И она не разлипается. Вот. Все скреплено.
все прикольно. Можно вытягивать, допустим, вот так вот челюсть. Раз. Где-то перекручивать. Ну вот, вот эта вот система неинтересна. Так, ладно. Все это вот таким образом выглядит. Все, всем пока, до свидания. Вот такой эксперимент. Mirror, дубликат и просто симметрия работы.